Всем привет! Сегодня воскресенье у нас. Выходной. Вот подсыпал соломы. Началась стройка тут гвоздиков. Потащил. Раз. И домик. Да, большой пучок, уже там ничего не осталось. Где он там, самец? У меня вроде бы вот как после птенцов сколько? Второй месяц. Сидели, самочка линяла, так ничего не обращали внимания. Сейчас вроде как бы он проявляет интерес. Это вот самец, который 8 птенцов мне принес. Заглядывает к нему, смотрит, что там делает. Вот какой красавец стал. Перелинял полностью. Красненький. Все прям четкий такой. Все там залез. Стройка у меня началась. Тут и кормежка началась. Лопают, лопают все. Все, самец залез туда и пропал с этой соломой. Пучок там был большой, меня прям с утра закинул. Самочка выползла желтенькая. Кушать, наверное. Три самки у меня. Красноголовая, оранжеголовая. И еще одна красноголовая. Он пока там вылазит эти, посмотрим. Толстячков. Песенки тут нам поют. Самочка там с правой стороны пристроилась, слушает.
прилетел. Уже опять потащил. Я думал, кто таскает. Так, уже все перетаскали тут. Сейчас вот еще я закину. Будем смотреть, кто тут опять. Так, вот этот самец у нас самый главный строитель. Многодетный папаша, как я его называю. Ну, вон тебе еще целую кучу я принес. Теперь твое дело строить. Сразу все затащишь. Сразу все тащи. Ну, синий мне убирать полез. Синему интересно все, что он там делает. Гоняет всех тут. Тут масонечек подкатывает уже. Свое семейство, конечно, скоро должно вылупиться. Тут прям линяет на глазах. Грудка была чуть-чуть прям. Уже почти вся синяя стала. Желтый гоняет его. Расселись, как на выставке прям. Залез самец там. Наверное, менять самочку пошел. Пара очень удачная такая, прям сидят хорошо, по очереди меняются. Птенчики у них такие прям плотненькие.
Ну, тебе все любопытно. Вдвоем, что ли, там уселись теперь. Я вон вижу самочку, там голову что-то. Вот еще. Вот вылетел. Любопытно тебе все, а? Чё так смотришь-то, синий? Одни певцы здесь. Вылетел строитель наш, всех гоняет от своей жилплощади. Управляет там, чего ему не нравится. Все. Молодец. Сутнечик вылетел желтый. Поменялись самочки. Тростничок у нас тоже таскает он соломинку. Все заняты стройкой. Здесь у нас тоже он пытается уже песни петь. Вот эти два желтеньких самечка уже начинает щебетать потихоньку. Он слышит, там поют и тоже подпевает. Точно два самца вот тут. Зелененький он что-то там тоже щебечет. Thank you.
тот что-то щебечет правый, крайний сам. И вот тут один зеленый у него. Оранжевая голова будет. Тоже самец. Спустился очередной раз. Стройматериала еще много. Вот, набирает в клюв побольше. Синий у него хочет отобрать. Он не отдает. Все. Он целую охапку прихватил. Сейчас потащит в свою квартиру. Так, это не его квартира, вот это его. Все, домики. Все, ладно, пусть таскает дальше.